Его создавал мой отец. После того, как здесь были снесены все эти ветки, ну, даже их постройками нельзя было назвать, какие-то сарайчики, лачушки. И в 54-55 начали сносить вот эти вот все ветхие дома. Здесь же очень мало земли в этом скверике. Там сплошная... строительные материалы, скажем так. Там железо, кирпичи, всякое прочее. А отец тогда только встал после болезни. Он около 8 лет пролежал в гипсовой кроватке после автокатастрофы. Вот на него одели корсет такой от горла и до бедер. Он говорил, что он всю жизнь хотел быть агрономом. И всю жизнь был военным. И поэтому вот он занялся и решил этот создать этот садик. Он сюда возил. Тогда было много земли. Машины ездили, стройки были большие. Он покупал на пенсию землю, возил ее сюда. Насыпал здесь землю и начал сажать здесь всякие разные растения. Первые годы, но потом корсет ему мешал, он его снял самостоятельно, без врачей. Да он наклоняться-то и потом не мог, у него было разрушено 6 позвонков. И все, что он делал на коленях. Он вставал на колени, копал, и это, в общем, все это. Но он был очень увлеченный человек, и поэтому вот пока он был жив, здесь, конечно, был действительно ботанический сад. Сюда приезжали люди из других городов, у него были связи со всеми ботаническими садами Советского Союза. Сюда приезжали люди из Никитского ботанического сада, вот, без Каравайна, из Киевского ботанического сада Орлов Михаил Иванович, из Прибалтики, из Литвы, Руплинс, по-моему, фамилия его была. Вот. Все ему тоже старались помочь. Тогда в Москве не было клематисов, например, культуры такой в Москве не знали. Вот. А он их где-то там увидел в каталогах. И вот привозили первые клематисы, мы им привезли с Украины с мужем. Первые годы у нас здесь были розы. У нас весь двор был в розах. Розы были потрясающие. Тогда был очень дружный двор, ведь эти дома были ведомственные. Все знали друг друга. А тогда были все знакомы. Было очень много и пожилых людей. И все сидели. Здесь была сделана у нас во дворе беседка вот на дорожке на верхней. Такая, обитая виноградом. Стояли лавочки, там собирались мужчины пожилые. Женщины на других лавочках сидели. В общем, был такой дружный, хороший двор. А вот отец где-то увидел эти клематисы. И это же потрясающие цветы вообще-то. Вы знаете, что это такое? Они от белых, от вот такого вот размера буквально они есть. И до мелких, и чуть ли не до черных. В общем, все. Они это лианы. Вьющиеся цветы. Вот у нас вдоль всей дорожки наверху стояли опоры, на них были лианы. И во дворе там стояли. Вот как ни странно, сейчас вот мы туда заходили, я вдруг обнаружила, что 3 или 4 куста еще даже цветут. Хотя никто их не делил, не пересаживал, не укрывал. Отец всякими увлекался растениями, ему привозили отовсюду. И здесь в этом садике у него было, по-моему, больше 500 растений всяких. Лимонник, актинидия, миндаль, японская айва. Ну, в общем, такие вот. Ливанский кедр маленький был, но вырасти он не успел. А после смерти отца этим садиком занималась Нина Ивановна Романова. Она помогала отцу, когда он еще был жив. Она сама биолог. Она взяла все это в свои руки. Последний год, отец 2 года последние лежал, он не вставал. И гонял уже нас так. Сбегай, принеси там какое-то вот растение из 5-й разводочной грядки, 3-я штука во 2-м ряду. В общем, он их все знал на память, он рисовал схемы, как рассадить, где сделать какую клумбу, какие растения посадить. Ну, в общем, так, дистанционно нами управляла. Мы ему таскали эти растения, показывали, что из них получилось.
Вот. И он выбивал ставку садовника в ЖЭКе. Тогда еще ЖЭКи были. Это, ну, как-то обеспечить уход за этим садиком. Вот в 86-м году тогда признали этот скверик как-то архитектурным, природным памятником, созданным руками человека, как-то так вот называлось. И дали охранную грамоту, по-моему, на 30 лет. Пришло разрешение ставки садовника. И вот Нина Ивановна, по-моему, работала уже на ставке садовника, насколько я поняла. Какая-то маленькая там ставка была. Ну вот, а потом вот девочки эти занялись учителем биологии. Ставка, наверное, автоматически с перестройкой, с ликвидацией ЖЭКа куда-то ушла, как я думаю. Нынешняя наша компания, управляющая, по-моему, ни в чем в этом не заинтересована. Здесь был литой забор, который отец привез с авиационного завода. Осталась маленькая частичка вот. Ну, тогда поставили вот этот вот сетчатый забор и повесили замок на ворота. Ни жильцам туда хода не было, в этот скверик. Я не знаю, не проходило месяца, чтобы не было как в каком-нибудь печатном издании. Начиная от советской культуры, известий и кончая вообще, я не знаю чем, советским спортом. Везде писали об этом садике. Не было года, чтобы не приезжало телевидение и не снимало этот садик. И его знали, в общем-то, все. Так вот, ну, кто был более или менее заинтересован. Продолжать традиции стоит, скажите, пожалуйста, как вы считаете? Я считаю, что стоит. Стоит, конечно, стоит. Я видела, что приходили ребята с учителем, они там что-то чистили. Это. Потом все закрыли, началась стройка. Когда был этот садик, это как-то объединяло жильцов. Ведь не было никаких ставок-то. Ставка, вот я говорю, была, ее дали уже после того, как... Откуда брались деньги? Ведь покупалась рассада. В доме 10 каждую весну в подвале делали, ну, разводочные такие вот грядки как бы. Выращивалась рассада. Рассада выращивалась цветов не только для вот этого садика. Она и для дома 2, и для дома 4, и дом 10, и дом 12. Везде она раздавалась по всем дворам. Люди везде сажали эти цветы, вот выращенные здесь. Денег не было. Откуда брались деньги? Было же тогда, сейчас, наверное, уже, я не знаю, нет. Московское городское общество охраны природы, так, кажется, оно называлось, были членские взносы. И вот я считаю, что вот это вот даже объединяющее начало, это очень большая вещь для людей. Сплачивало как-то людей. Ну и вырабатывало вот и какие-то и моральные устои, те, которые сейчас во многом уже у нас лишены этого. И если хотите, даже какие-то патриотические, пускай вот в маленьком объеме, но патриотизм к своему двору – это тоже, наверное, немалая вещь. С этого начинается все. И всегда во главе, по-моему, любого начинания, во главе любого дела всегда стоит один человек сначала, один энтузиаст. И он берет на себя большую часть ответственности. Потом к нему, когда видят люди, что что-то делается, к нему присоединяются остальные.